из яблока. Напечатал фотографии, не обычные фотографические печати, а использовал хлопковую бумагу, не свойственный для печати фотографий материал. Просто сейчас я вам поставь по его работы и сфотографирую его глаз, да? Мы же не знаем, мы же не можем залезть в чужую голову. Закройте глаза. Закрыли. Сейчас откройте глаза. Все, открылся. Но в данном случае здесь настолько широко открыты глаза у художников, что они вместили весь мир. Хотелось бы, чтобы дальше были носы и губы. Я очень благодарна за этот проект, потому что в каждых глазах разматывается личность. Очень того, понимаю. Проект оригинальный, необычный был. Да? На следующем заседании актива секции.